Павел Гейм Чаннел. Приветствую, Сиберты, на ваших экранах Warcraft 3 и доп-компания Мой Мир Возрождения. Мы продолжаем ее прохождение. У нас истоки глава. Значит, пробиваясь через орды нежити, Нирос наконец достиг нижних подземелий. Корень зла где-то здесь, и Нирос должен его вырвать. Повеселимся! Окей, у нас гномская машина. По статам ровно то же самое, что было. АОЕ неплохой, неудивительно, что она нас почти каждый раз задевала. И аура машин какая-то. Мы с каким противником, находящимся поблизости, носит 10 единиц урона в секунду и невосприимчивость к магии. Это, конечно, гениальное решение давать практически всем потенциальным целям. Охренеть. Ну, неудивительно, что я так быстро подыхал. Вы посмотрите на эту нежить, она просто разваливается. Стоит ей к нам подойти. Тут не 10 урона в секунду. Тут 10 урона в надо секунду доносится. Это жесть. Ну что за имба просто. Еще на мини-карте там что-то есть. Мы можем выделить этого героя. Нашего. А автор, походу, просто описание не поменял. Вот и все. Ну, слушайте, так он довольно... А он опыт не получает. Уж я-то думал о халявном опыте. Не-а. Сколько мертвецов мы уже положили. А нифига. Ну, я так полагаю, вечно мы на этой машине кататься не будем. Дальше мне нужно идти пешком. Мост может не выдержать. Да ты, блин, издеваешься? Мы только сели в эту машину буквально. Офигеть. И это при том, что у нас 0 хилок. Я уже вижу там скелетов. Ты хоть туда спрыгнуть сможешь, а? Ну, конечно, они работают. Кто бы сомневался, блин. Да, блин, лучше бы на машинке хотя бы проехал, а. Какое же кошмарище. Сколько я, получается, себе где-то сотку хп этим набиваю. Я бы вообще лоу хпшный был бы. Так, там пуш впереди. Ну погнали, чё. Да, еще и толпа зомби прет. Огнемет тоже не вечный. Блин, а какой толк от этой машинки, если вы 2 минуты буквально на ней покатались, а? Че за бред? Да, тут огнемет придется вязать. И то он неэффективен. Если так посмотреть. Ну чё, стоит полагаться только на адреналин, так как он как бы почти бесконечный, пока мы врагов убиваем. Тебя, блин, зависло, что ли? Мне надо теперь быть. А куда идти, собственно говоря? Потому что я хочу идти туда, куда не надо идти. Видимо, направо надо сходить, а? Зелье за колоннами прятались.
Окей, сходим сюда тогда. Это чучело, блин, поганое. Или, может, нам предлагалось, типа, обходом здесь пойти, не знаю. И не забываем, что сейчас еще новый болванчик появится. Тоже, конечно, гениальное решение дать ему бешеный реген. Сейчас подхиляемся. И в бой с новыми силами. Это все... ради мест силы и 4 монеток. Вообще такое чувство, будто там продолжение дальше, и мы идем. Заканчивается. Еще этот гад живучий. Давай, мочи его. Ладно, пойдем сначала сюда тогда, раз это... Там что-то синее. Это здание. Только тот, кто пройдет 3 испытания, сможет пройти. Капец, говорящий алтарь. И в нем, кстати говоря, 3 предмета. Пройди это испытание и докажи, что сможешь установить порядок там, где это невозможно. Где основной, тогда где побочное, интересно. Ну, знаете, алтарь больше выглядит как то, что как будто надо в первую очередь выполнить. Поэтому давайте сходим сначала сюда. А, тут у нас драгоценный камень. Офигеть. Я, блин, не засейвился перед этим. Так, давайте еще раз. Вообще, что дает этот камень, я не очень понимаю. Отсюда спавнится гигантская... 50 голды. Ради 50 голды мы стоим не на жизнь, а на смерть. Офигеть. А нахрена ему криты еще давать? Какой-то маразм уже. У него еще перерождение. Пиздец. Так, ну у него хотя бы регена нет. Поэтому мы убьем его так. Ну, я тут пока буду экономить все-таки. Я давай зелье на него профукал, это слишком. А он по мне 2 удара может сделать и убить. Ну чё, сделал удар. Серьезно, он так и... Пиздец. Так, ну, первый раз я его убил. Теперь надо его во второй раз как-то убить. Сейчас он реально критует на 300 хп, меня убить он может.
Просто какую-то неуязвимую херню дали. Да пошел ты. Камера тоже не очень удачно крутится так. Все, гудбай. Хорошо, что у него хоть и регена нет. А то в духе автора дать ему реген, наверное, вообще было бы. И хрен ты его без ближнего боя бы убил. Прям как видите, за него ничего нет. Вообще. Может это противник, от которого предполагалось надо убегать? Не знаю. Но вы хотя бы опыт получили. И плюс он, смотрите, я две хилки сэкономил. Это жесть порой. Что тут выдумывает автор? Да-да-да. Сейчас пройдем их. Короче. Видимо, сюда надо становиться. Там что-то про порядок было сказано вроде как. А где я вообще? Куда идти? Ничего не видно. Ориентируйся по мини-карте, типа. Прыгайте в бездну. А как? А как в нее прыгать-то? Да как, блин? Ты можешь объяснить? Навыки даже не работают все равно. Что делать-то? Объясните. В какую нахрен бездну прыгать? Тут и так все как бездна выглядит. Моего тупика. Здесь типа стена воды. Что тут делать? Что-то я не знаю, что тут делать вообще. В какую нахрен бездну прыгать? Под прыжком обычный телепорт подразумевался, пожалуйста. Мы куда-то прыгнули. Ни хрена не видно, ни хрена непонятно. Как-то, конечно, связано с порядком, еще больше непонятно. Ну да ладно. Так, что бы нам качнуть? Давайте сначала боевые посмотрим. Удар по одной из рук противника. Противник с пораженной рукой будет атаковать слабее с меньшей скоростью. За это 5 адреналина. Может качаться в ассасинские навыки тоже. Типа, а чё бы нет, а? Там вроде как второй уровень дает нам ловкость. Почему бы и нет? А там дальше посмотрим. Надо все-таки по полной все ресурсы использовать. То у нас 52 силы и... Ты задолбал промахиваться, а? Так, я надеюсь, что в бездне мои...
предметы не останутся навсегда. Так, поехали. Их вроде немного урона, но они наносят его жесть как. Тут едва можно отличить, что есть ступы. Нормально бить будешь, нет? Босс батл, да? Нет, просто 4 такие эссенции. Погоди. Сейчас еще окажется, что меня выкинет отсюда. Лучше насобираю все, что тут есть, а потом уже ливну отсюда. Погоди, новые заспаунились? Это что, как с гоблинами, что ли? Издеваетесь? Удачи. Не, ну тут расстояние хоть побольше. А что ты делать тут хоть? Держаться мне или чё? Я не понимаю, а как это с порядком, наведением порядка связано-то, а? Ух, меня что-то здорово бьет. Давай-ка и броню сломаем. А еще он мажет тоже, блин. Держи. Пульсирующий мокрый на ощупь камень. А в чем порядок заключается-то? Ладно, мы прошли первое испытание. Идем дальше. Впереди еще целых два. Пройди это испытание и докажи, что можешь развеять любую иллюзию. Ладно. А в чем иллюзия заключается? Конечно же, надо сначала пойти назад и проверить на всякий случай. Ну, здесь что-то пола нет. Видимо, в этом иллюзия и заключается. Блин, ну классно, конечно, всем у ворот давать. Тоже гениальное. Астральная руна. Ну-ка. А, здесь руна аж падает. Офигеть, а? Просто хил на халяву. Это будет довольно весело. Можете себе пойти, не знаю, чай еще заварить, кофе. Потому что это надолго. Так, откуда мы пришли? Наверное, сюда нам.
любом случае туда, где враги, это точно. Ну, кстати говоря, кажется, типа, вот, допустим, эта способность, которая уменьшает скорость атаки и саму атаку, урон, эффективна, но она же не будет работать против боссов, поскольку они все будут неуязвимы к магии. То есть, в принципе, вся твоя прокачка, она практически бесполезной становится, потому что ты ее не можешь применить фактически на самом главном. Поэтому тут, наверное, самый резонный кач — это в урон. То есть максимальное извлечение выгоды из статов героя. Только так разве что. То есть посмотрите, допустим. Казалось бы, всего 5 ловкости дает это... ассасинская хрень, но она хотя бы действует, то есть тебе хотя бы возможность атаковать еще не лишили. А если этого лишат, это вообще трындец будет какой-то. Так, ну нам поход сюда, и мы зашли в тупик. Ну, герой у нас пойдет автоматически. Потому что почему бы ему не пойти, когда мы видим место. А куда он, кстати, идет? В чем иллюзия заключается? Вот вопрос. Или автор просто нагуглил всяких пафосных речей и натыкал их сюда, что ли? Просто такое чувство, будто из этого компания и состоит. О, теперь мы встретились с еще большим монстром. Еее. Не, ну против него хотя бы работает, работают способности. Тихо. Станами, блин, меня награждает тут. Так, главное с камнем иллюзии не уйти случайно. Тут есть астральные кристаллы. Интересно, что будет, если их разрушить. Просто астральные руны. Ты все, ничего такого даже. Кстати, есть еще один интересный момент, в кавычках. Вот, знаете, помните то кольцо на силу плюс 3, которое я таскал кучу глав с собой? Это, по-моему, единственный лут, который выпал. Но еще в награду огнемет дали. Остальное я все покупал. То есть игра даже не награждает тебя как-то. Практически. Говорит, иди ищи магазины, закупайся там. С таким говном. А всякие уникальные штуки тебе давать мы не будем. И это наряду с тем, что, в принципе, оно довольно поломанная компания-то. Вот не руны. Она вот такой хер это надо было делать, да? Этот камень мягкий и теплый на ощупь. Что ж, остается последнее испытание, так называемое. Что-то она с нами испытания не хочет говорить.
Понятно, пошли. Ты пришел в поисках камня правды, смертный. Да. Я не уверен, что ты достоин получить его. Я задам тебе задачу. И если ты ее разгадаешь, то получишь камень правды. В мире демонов было совершено убийство. Был убит демон по имени Бадрил. Под подозрение пали 5 демонов. Азар, Баал Мефисто, Герзил и Дил. При допросе каждый из них дал такие показания. Азар, я не убивал его. Я никогда не опущусь до убийства собрата. Я думаю, это сделал Герзил. Баал, нет, я не убивал его. Зачем мне это нужно? Я уверен, что Дил знает, кто это сделал. Мефисто, я его не убивал. Я уверен, что это сделал Баал. Герзил, я не виновен. Это сделал Дил. Азар лжет, указывая на меня. Дил, я его не убивал. В его убийстве виноват Баал. Мефисто может поручиться за меня, так как знает, что я был в Астраре в это время. При пытках каждый из демонов сознался, что из сделанных им 3 заявлений 2 верных и 1 неверное. Кто убил Бадрила? Так, это что за загадки? Причем тут камень правды, блин? И в детектива мне тут предлагают сыграть. Или как там этот камень? Да. Ну, смотрите, чё тут, давайте логически думать. Они, в принципе, все относительно более-менее друг на друга указывают. И тут надо смотреть, типа, на их реакцию. Вот, допустим, Баум больше всего подозрений меня вызывает, типа, сразу, зачем мне нужно это? У неё такая более резкая реакция по сравнению с другими. Плюс... другие демоны, ну, как минимум 2 раза на него тыкнули. Это Люциус. Ой, Люциус, говорю, Мефисто и Диэл. То есть, как минимум 2 сказали, что это он. Плюс еще есть факт, что при пытках каждый из демонов сознался, что из сделанных им 3 заявлений, 2 верных и 1 неверное. Но 2 как раз заявления сделано по Бау. Причем каждый из демонов на кого-то указывает. Получается, если есть 2 верных заявления, не может быть 2 одновременно, 2 убийц одновременно. Если так логически рассуждать. Так что это 200% Бао, я думаю. Ну, кто еще это может быть? Хотя, с другой стороны... на Дио тоже 2 указывают. Ну, что ж. Все-таки мне Бау кажется. У него вот эта резкая реакция мне не понравилась. Пожалуйста. Да, это был Бау. Ты доказал, что достоин владеть камнем правды. И всего-то. Так просто. А если бы я не угадал, что тогда? Давайте посмотрим, что. У нас есть такая возможность, ведь. Нахер пошлет или что? Он его не убивал. И чё, сможем бесконечно, что ли? Давайте. Он не виновен. Просто принципиально буду каждого неверно указывать. Это был не Мефисто. Ты же прав, даже это за ошибку не карают. Какое-то это не испытание. Нет, Азар не убивал его.
Ладно. Я с первого раза, в принципе, понял, кто это. Я еще понял, когда он его ответ увидел, что это он. Окей. А теперь вы знаете, что будете все ответить неправильно. Ничего! Как говорится, велком. Че? Был босс, теперь нет мозга. А! Блин. Как легко туда свалиться-то, а? Так, ну чё, возвращаемся к классическому зомби-надиранию задниц и пуджей. Пару ударов. Круто. Чё? Что это? А куда там идти хоть? Так, ну смотрите, тут есть иконочки солнышко. Ой, как неудобно-то, а? Стать крутящейся камерой. Ну, идем по солдышку, чё. Не, наступаем на другие символы. Тихо. Классно. Тихо-т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 ихо
Так, обратно, полагаю, надо идти в том же направлении. Блин, тут все в крови, ничего не видно. Ура! Ну что, добыли сокровище из сундука. Темная статуя. А почему она выделяемая? Что в ней особенного? Вы нашли секрет. Да. Прям передо мной запрятали. Какой-то призрак тут летает. Ну и чё, где я? Рычаги горящие. Вот какие-то рычаги в рунах. Это сундук.
Ну. Че, прям сразу угадал, что ли? А что я вообще сделал? Ну ладно. Ты меня пугаешь? Ты кто? Гутти какой-то. Стой, Гутти! Тогда я в тебя попаду, блин! Что за маской? Да стой! Певец. Офигеть, он быстрый. Наконец-то. А, цель неуязвима. Окей. Скути прикольно, конечно, было. Вылез такой кабанчик. Теперь надо с этим разбираться. Давай один на один чисто. Только ты и я. Теперь еще и зомбарь. Некуда класть. Странный пергамент. Блин, я раньше времени изанул. Зелье. На этом пергаменте гномскими рунами нашкрябаны такие слова. Саривак вошел в этот круг и исчез. Я боялся, что он пропал навсегда, но через четверть часа я увидел перед собой его улыбающуюся физиономию. Он рассказал, что попал в мир духов, и там дергнул этот проклятый дырка. А я как... Че? Он его грохнул, что ли, его брать ТО? Так, ладненько, надо поосторожнее быть в этом телепорте. Теперь души для вас не безвредны. Жуть. Ау! Больно. Воды. Да офигеть, а. Короче, это как головоломка с резисторами почти. Только мы сильно медленнее. Это еще не конец. Твою мать. Да стой, не задевай меня.
кажется, или мы здесь уже были? А куда камера показывает-то? Ну ладно. А что активировали-то? Призрачный мост, что ли, который нифига не видно? Опять эти крупные твари. Эй, магазик-то будет вообще скоро или как? Я бы, наверное, закупился уже. Так, аккуратно. Лучше не привлекать внимание этого пуджа. Подлечим свои раны. А потом попугаем пуджа. Да что у нас? Генератор смерти! Ох, как пафосно-то, а! Сколько же пафоса в этой компании, это кошмар! Давай, критуни раз! Еще критульку! Good. Так, ну тут что, босс-батл какой-то будет или что? Хилки валяются, генераторы какие-то. И закрытые врата. Как ты посмел взять древнюю монету, бы высосим из тебя за это жизнь. И что? А, окей. Незваный гость. Посмотрим, на что ты способен. Конечно же, этот враг неуязвим к магии. Как же иначе? Хорошо, что с ним делать? А, генератор смерти, их надо уничтожать. Че, я понял. Они, наверное, питают, так сказать, его. И не дают подойти. Ну, ничего. Блин, почему эта битва проще, чем Т4... мастерские с вечно спаунищимися гоблинами. Просто каждая новая битва, я вот вспоминаю концовку предыдущей главы. Вот ничто с этим не сравнится, абсолютно ничто. Еще и зелье, смотрите-ка, нам дают. Словно как будто это по сложности примерно то же самое, что и мастерская, но не же. Она близко даже не стоит на уровне этого. О, здесь зелье ясности и отдыха дали. Так, ну теперь я полагаю, мы можем к нему подойти. Правда, как не могли в него ничего кинуть, так и не можем. Гениально, интересно, конечно. Блин, даже
босс из Проока был посложнее, чем это. Это просто смешно. Я даже не чувствую его. По чуть-чуть скелетов спавню безобидных. А то, блин, 4 гоблина разом таких пулеметчика. Сразу. С первых секунд буквально. Так, а здесь тоже этот лабиринт, где нельзя наступать. Не на солнышко. И случайно. Так, сюда нам, по всей видимости, не пройти. А что вообще будет, если я подойду к призрачной стене? Просто блокирует проход. Окей. Тихо. Так, блин, не стою же. Ай. Кого что активировалось? Звук рычага. Ты долбоёб, да? Во, смотрите, я подошел, звук какой-то. А, на колонны надо телепортироваться. Все, 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 я понял. Сейчас посмотрим. Вот кроме этих звуков есть еще какие-то? Так, сначала посмотрим, что на этой стороне, а потом, наверное, эти рычаги дернем. Погоди, я не хотел сюда идти. Хорошо, давайте на вот эти платформы запрыгнем. Здесь. Куда они ведут, раз это прям вот прям по пути. Что за стенка тогда? Я думал, она типа основная, мы пройдем, что-то откроем. Ого-го, тихо-тихо. Надо побыстрее действовать. Так, руна вора. Найс. Ну, то мы и пришли сюда. Супер гуд. Вот теперь можем скарабкиваться, смотреть вообще, что эти рычаги делают. Мне интересно. Твою мать. Так, ну чё, что же делают эти рычаги, а? А, не уничтожили зомбей? Ну ладно. Я предпочел их убить, потому что опыт. Блин, мне вообще интересно, почему автор так жестко пренебрегает подобными способами убийства, хотя буквально в таком свете компания выставлена, что можно врагов разными способами убивать. Всякие куча способов убить врага, окружение, условно говоря. Вот почему это один из единичных буквально случаев, причем на таких... врагов, которые, ну, лучше пофармить, чем их убивать, да? Вот так вот, терять опыт. Здесь аура смерти, здесь что, лич? Здесь лич. И я вижу магазики! Так, ну, можно попробовать проверить. Все так же будет баговаться. Или же... или же все-таки да, багуется. Там, значит, логика на всю компанию скопировала. Забудьте, короче говоря, об этом. О доспехах и оружии. Будем, значит, закупаться
Не знаю, кольцами власти, может. Или может кольцо защиты взять в качестве разнообразия. Да не. Лучше я возьму себе урон, скорость атаки, ману. Вот это вот все. Ну что, позабавимся, наверное. Тоже не будешь никого резать, что ли? Или из этих нельзя никого резнуть? Бери, 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 бери. Слушайте, раньше были кольца плюс 2 ко всем статам, сейчас плюс 5. Идишь дальше... Какие-нибудь кольца плюс 10 к статам будут давать. Так что не пропадем, как говорится. И вот он стал довольно еще быстрее атаковать. Плюс хп у него уже на 200 как минимум больше. Так, Аннаой. В сей главе приведен перевод некоторых инфернальных слов на эларонский. Аргрим – желтый. Даргов – синий. Демгди – красный. Бадрис – зеленый. Зардикс – фиолетовый. Так, это нам, видимо, пригодится. Потому что, возможно, какие-то загадки будут с использованием этих слов. Кстати, у нас уже минимальный урон с ракет. Так что довольно неплохо. И скорость атаки тоже хорошая. Особенно если, конечно, криты будет выдавать наш боец. Не таких криты, кого у ХП осталось. В сей главе ты познаешь, как призвать тварь астральную в наш мир. Первое. Начертает на полукруги багровые. Второе. Все круги помести свечи ритуальные соответственно астральному спектру. Третье. Начертай круг белым мелом. Четвертое. Встань в сей круг. Пятое. Слова произнеси ритуальные. Адара кадра. И зверя узришь, ты ужасного, но покорного. Ох, чё за сложные загадки. Так, ладно, я, наверное, брошу огнемет центру, потому что, видимо, нам придется таскать всякое. И, опять же, это уже непродуманный сценарий, когда тебе надо постоянно бросать вещи, а у тебя вообще может быть полный инвентарь. Так, свеча, используемая в ритуалах. А почему она на иконке-то не красная? Так, кстати, тут сказано Адара кадра. Я не вижу ни одного из этих слов. На мини-карте зеленка еще есть.
Очень много зеленки. Или это здание? Это скелеты. Ну, со скелетом я будет, думаю, так будем разбираться. Ты заколебал, а? Ты же вон... А, у них же единицы собрания, неудивительно. Ладно. Хотя, конечно, если ты постараешься, ты не можешь ваншотить. Что-то делаю. Блин, офигеть. Заспамили стрелами. В следующий раз надо уже молнию не жалеть, если такая толпа будет. Так, какой-то телепорт. Монетки, сохранимся. Надо узнать, куда он ведет. Алтарь правды. Что он показывает, а? Это загадка тут. Ой, извиняюсь. Блин, тут же все одинаковые. Одинаково они выглядят. Чё, куда? Некуда класть. Я его атакую. Не удалось разгадать загадку и получить сокровище. А в чем заключается загадка? Тут какие-то камни цветные. Погоди, мы можем понять, правильно мы ли идем. Если я встану рядом с платформой и кликну на алтарь. Давайте чуть подальше, что так непонятно. Да, это значит не тот. Там что, вода типа что ли? Вокруг этой платформы. Да. Вот это? Так, давайте-ка вот чё. Смотрим, придет ли герой туда. Нет, это не здесь. Здесь выходит.
И не здесь. Блин, ну где-то же должно показать вместе с героем, не? Просто не понимаю, согласно какой логике я вообще должен действовать. Вот он. Вот она, эта платформа. Ну, камни, наверное, надо класть на платформы. Но как я должен разобраться, какие камни куда класть? И нужно ли их вообще класть? Я этого не понимаю. Сколько тут вообще камней? Раз, два, три, четыре. Или раз, два, три, четыре, пять. И у меня в кармане шестой. Погоди, по-моему, теперь другой начал показывать, да? Или оно рандомно показывает эти камни, я не пойму. Или знаете что? Есть идея. Смотрите. Сейчас я раскидаю эти камни. Таким образом мы будем понимать, на какую платформу указывает алтарь. И возможно в той последовательности, о которой он говорит, и надо нажать на платформы. А камни, ну, как в качестве помощи тебе даны, чтобы ты знал, где на какую платформу нажимать. Так, значит, первая у нас была красная, да? Попробуем нажать. Ничего не произошло. Теперь давайте на фиолетовую. Фиолетовый у нас здесь, по-моему, я его кидал. Да. Желтый. Красный. Опять. Фиолетовый. Где? Красный, фиолетовый, желтый. Так, жмякаем. На желтый теперь. На серый теперь. Где серый камень? Зеленый. О! Так, неплохо. А как вы... А, все, спасибо. Окей. Ну, это довольно прикольная головоломка была, должен сказать. Необычная идея, что ты себе камнями в помощь, так сказать, помечаешь.
Но до этого еще надо допереть, правда, надо. Библиотека и пуш тут даже два, по-моему. Хватало там зомбаря дополнительно для полного счастья, полного комплекта. Давай подхиляемся. Так, здесь есть желтая свеча. Там еще лич есть. Здесь есть еще и монеточка. Некуда класть. И зеленая свеча. О, сколько мне таскать придется. В этой главе описано то, что должен знать любой начинающий демонолог. Демоны зрят отлично от людей, и потому для их призыва нужно создать понятный им астральный спектр. Вот, собственно говоря, тут и описано, какие цвета на что нам нужны. Это сделаем. Только для начала бы понять, где этот ритуальный круг, или где его чертить хотя бы. И нахрена нам вообще демона призывать-то? Вот там фиолетовая свеча, да? Угу. Да пройди ты уже! Чё ты творишь? Без огнемета туговато, конечно, но вообще, у нас же есть молния. Давайте шандарахнем этих чудиков молнией. Наши безграничи, дай бощью! А этот решил воскресить скелетов из трупов. Как это работает? Синяя свечка. Блин, придется многократно возвращаться.
Либо мы можем, конечно, здесь сбросить все шмотки и по-быстрому сбегать. Тогда не придется это делать кучу раз, а всего лишь два. Главное, чтобы на обратном пути никто там нам не повстречался. Тихо, чуть свечу не уничтожил. А пока мы будем бегать, наши кольца из шкуры тролля отрегенят нам всю хп. Вот какая гениальная штука. Так, ну по идее 4 свечки, одну мы уже затащили туда, так что как раз вот и 5 получается. Видимо, нам еще надо будет мел найти, чтобы круг начертить. Свечу я оставлю вот здесь. Вместе, точнее, свечи. Вместе с этой свечой. И пошли вернемся. Вот мы уже себе все и отрегенили. Так, сюда мы ходили? Нет, по-моему. А, вот вам и ритуальный круг. Так, багровые круги есть, свечи соответственно. Круг белым мелом есть, в белый круг и произнести ритуальные слова для дара кадра. А чё не Авад Кедавра? Ладно. Так, я только проверю, что тут. О май гад. Понятно, зачем нам демон. Это не против него мы будем биться, это он за нас будет биться как раз таки. Так, чтобы было удобнее скроллить, возьмем по вот этой подсказке. Итак, короче, Даргу наверху, это у нас синяя свеча. Синяя... Потом у нас идет Аргри, слева желтая, справа, чтобы центр поставлю на всякий случай. Не получится, ну ладно, будем считать, что окей. Справа у нас Бадрис, это зеленая. Потом внизу слева Дэм, где-то красная. И получается, справа внизу это фиолетовое. Пойду заберу свои вещи на всякий случай, вдруг его надо будет смирять. Ну, слушайте, тут с этой страшили, да и при всем желании не справишься. Там вот урон, это почти половина хп будет по герою проходить. Хорошо, сейф... Слова. А как там тебя? Адара Кадра. Адара Кадра. Давай, приди на помощь, плиз. Ух ты! Неплохо, неплохо!
Ты действительно выполнишь любую мою просьбу? Да, хозяин. Спой что-нибудь. Не понял приказа. Ладно, ладно. Убери тварь в воде, похожую на гидру. Выполню, хозяин. Так просто можно гигантского демона призвать. Реально просто убрал. Задание выполнено, хозяин. Отлично. Спасибо за сотрудничество. Ты свободен. Чё, даже замена, вот ничего это не стоит, что ли, или чё? Как это работает? Ладно, возможно, кстати, я должен был наступить на воду, чтобы какой-нибудь синематик-то запустился или еще что. Ну ладно. Хотя, знаете, я же мог в инвизе мимо нее пробежать, так ведь? Или не мог, она видит меня. Так, опять куча золота. На самом деле не куча. И телепорт. Ну, вряд ли это конец этой главы будет. Тут еще как минимум вот этот кусок можно задействовать спокойно. Блин, скучаю я по этой нашей машинке гномской. Почему так мало на ней дали покататься, а? Хорошо, что этот скелет не союзник с ним, он тупой, не видит, что его собрата Мугору убьют. И у нас даже еще, кстати говоря, 5 зарядов огнемета есть. Так что это not bad. Так, здесь 2 плиты. Видимо, надо на них одновременно встать. Возможно, нам тут что-нибудь в помощь пригодится. О, автор настроил, чтобы мы опыт с этих нейтралов получали хотя бы. На том спасибо. Это бывает, не настроят даже. Возможно, мы там найдем чуть дальше что-то тяжелое. Ну-ка я пока брошу огнемет. Какая-нибудь коробка будет. А, смотрите-ка, видимо, жмем одну платформу. Другая поднимается. Видимо, надо, чтобы что-то на ней стояло. Ну да. Если я просто предмет поставлю. Это сработает? Да, тут тоже что-то тяжелое. Оки-доки. Так. От греха подальше огнемет поставим сюда. Я уверен, что это будет какая-нибудь коробка, ящик, что-нибудь тяжелое. На, ну вот, пожалуйста. Видимо, когда будем атаковать, она будет двигаться. Так, на всякий случай сохранимся. Да, коробка активировалась. А, это у нас алтарь Берсерка. Слушайте, кстати говоря, эти алтари вообще какая-то редкость прямо, я смотрю. Реально редко встречается. Так, как вам его двигать? А, толчком. Офигеть, я пролог вспомнил. Ха-ха! Как же давно это было! Кошмар! Я не понимаю, за что эту компанию прям полюбили. Она же практически не делает то, чего обещает. А, ну, кстати, понятно, зачем тут алтарь. Чтобы у нас как раз заряды были на ящик. Понятно.
А так, конечно же, игроку это не нужно. Зачем? И так сойдет. Давай, двигай, давай. Давай, давай, давай. 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 Есть. Окей. Снова вернулись примерно к тому значению, которое у нас было. Ну, раз есть возможность восстановить, давайте восстановим. Чего бы нет. Так, когда уже закончится? Что нам тут надо делать, а? Опять, конечно, гигантская глава. Часа на 2, на 3. Честно говоря, мне это не особо устраивает. Не очень интересно в такое гонять. Хотя эта глава, конечно, по разнообразию не предыдущих все-таки будет. Тут загадки вам и всякие интересные штучки. Глава закончится вообще? Или как? Мы хотя бы к концу подбираемся. Тихо. Главное не сдохнуть случайно. Ладно, еще скелеты, а. Ладно, у нас зелий много. Можно, думаю, юзать молнии. А не экономить тут. Так, о, лифт. Куда же он нас приведет? Че, в подводный город привело нас это, что ли? Так, ну воды. Я все еще напоминаю, что наша цель как-то нежить зачистили, типа того. Это что за... А че он больше урона наносит-то? Ну, это, конечно, гениальное решение делать... таких юнитов, на которых ты не можешь буквально использовать преимущество своей прокачки. О май гад, там пудж. Так, ой. Случайно. Тормозите. Я вас не звал. Занять последние 50 маны. Это кто такие?
Некроманты какие-то. Почему они нейтральные? Блин, это же гениальное опять решение делать нейтральными их. Ладно. Сейчас просто молнией шандарахнем. Прикол в том, что реже они не стали призывать. По крайней мере, на ней травов действует. И на том спасибо. Ну, убили мы их. Даже опыта мы толком за это не получили. Зато получили древнее бабло. Ура! То есть нам еще вот этот кусок предлагает обследовать. Круть. Так, чё? Дубль 2? Да пройди же ты. Анимация, блин, повисла. А, ну ништяк, конечно, через всю стену меня палят скелеты. А чё бы нет, даже. Лечимся тогда, чё? Адреналина миллиард. Какие-то бочки тут, блин, что они у андетов-то делают? Такие бочки. Ой-ё, сколько нежити, а. В них бы огнеметиком так хорошо бы зашло. Опять 25. О, ну этот хоть вражеский. И не призывает никого. Какой-то лох. Да уж. Тут за одного некроманта целый сундук с древней монетой и кучей зелий. А там получается тоже древняя монета за больше число некромантов и больше число усилий. И даже зелий меньше получается суммарно. Класс, чё. Так, ну вы это скажите, конец, нет? О, что тут у нас? А ты кто такой? Новый послушник? Я пришел узнать, какого хрена зомби осаждают город гном. Пришел он узнать. Вот в чем дело. А почему сами гномы не пришли? Так боятся за свои бороды? Не хочу делать тебе комплименты, но должен сказать, что твои зомбаки доставляют много хлопот гномам, и потому у них нет времени прийти. Это хорошие новости. Хорошие. Спрашиваю еще раз. Какого хрена зомби атакуют гномов? Моя армия зомби непобедима. И гномы лишь временное препятствие к выходу на поверхность. Все ясно. Армия тьмы — захват мира. Я где-то это уже слышал. Но вообще-то все планы по захвату мира завершались неудачей. Это место даст мне великую силу. Чем же это место такое особенное?
Может, просветишь? Большие обелиски, бьющие молниями. Их оставили существа, жившие здесь много лет назад. Эти обелиски оживляют мертвецов, а моим некромантам достаточно набросать костей в центр обелисков и взять под контроль ожившего мертвеца. Опять магия! Магия? Ха-ха. Нет, это не магия. Это больше похоже на гномские машины, но гномы на такое не способны. Те существа, что обитали здесь, превосходили гномов по технологиям во много-много раз. Спасибо, что ответил на интересующие меня вопросы. А теперь готовься к смерти. Или ты и так уже дохлый? Ха-ха-ха-ха-ха. Глупец. Тебе никогда не победить меня. Блин, чё сразу нападать? Мог бы договориться там с ним, я не знаю. Чё, он меня отбрасывает? Я даже подойти к нему не могу. Ещё камера такая, конечно, мега удобная сверху. Так, так, так. Тихо. Да блин, жесть, неудобно-то как! Теперь весь ролик еще заново смотреть. Так, еще разок. Кстати, мы можем? Смотрите, если мы слишком близко к нему подходим или слишком далеко отходим, он нас телепортирует. Во как. Окей. Нам надо убить зомби как можно скорее. И теперь этого надо убить как можно скорее. Good. Давай хится. О, я могу к нему подойти. Классно. На один удар хватило. И при этом магии его сдевать нельзя. Чё, каждый раз так будет, что ли? Ладно, это позволит нам адреналинчика скопить немного. Еще и зелье нам выдают. Так, давай. Стреляться потом будем. Здесь можно сохраниться, я думаю. Каждый раз в одной и той же последовательности эти штуки вылетают. Наверное, в этот раз хилкаю заново, так будет проще, быстрее, чем 3 часа хилиться. Так, вот теперь пошел бить этого. Невосприимчив, блин. Вообще музыки тут, конечно, не хватает эпичной. По-моему, только в пророке с постбатлом. Постбатл такой был. С музыкой. И все. Так, тихо. По-моему, последовательность поменялась. Mm-hmm.
Так, надо убить его как можно скорее, а потом уже мочить Пуджа. Ну, тут у нас есть шанс 200 хп добить его. Если пару критов хороших сделает, то все, уже убили его. Теперь я могу идти дальше. Ни о чем, босс, конечно. Хотя прикольно, да. Какое-то хоть разнообразие. Опа, а это что? Какие-то компьютеры. Рычаги. Надо остановить эту адскую машину! Так, остановим. Сейчас кажется, что мы ее запустили. Типа даже ребуса никакого не будет. Пфф. Ладно. У нас заставка. Не расправился с некромантом, теперь Голду должен отдать ему артефакт. Отдаст ли? Ты вернулся! Как ты это сделал? Зомби прекратили свои нападения! В подземелье у вас под городом завелся некромант. Я устранил его. Моей благодарности нет границ. Я отдам тебе артефакт, который ты просил. Ну, спасибо. Бывай, горный король. Он реально просто отдал. Вот, второй артефакт. Теперь я свободен. Просто замечательно. Ты выполнил свою часть сделки, но я вынужден отказаться от своей. Прости, но ты знаешь слишком много и можешь стать мне помехой. Стража! Ах ты, мразь! Молись, чтобы мы больше с тобой не встретились! Мы с тобой и так никогда не встретимся. Тебя запрут в самую охраняемую тюрьму арену Эларона. Уведите его. Сори, what the fuck, а что конкретно он знает? Слишком много. Что он знает конкретно? Он тебе просто артефакты добыл. Могли бы распрощаться на хорошей ноте. Чему это вообще было? Тупой старик взял его, обманул. Ну это же крайне тупо. И сейчас еще в самую охраняемую тюрьму, арену нас засунут. С которой, конечно же, мы выберемся. А потом отомстим магу, да? Вот такой сюжет будет, видимо. Что ж, ладно. Еще одна глава позади. Блин, какие же они огромные, а, стали. Хотелось бы вернуться к формату полчаса-час. А то это жесть, по 2-3 часа в одной главе. И большую часть времени ты просто тубасишь крипов. Окей, хорошо. Увидимся в следующей серии. С вами был Павел Первый Смертный. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии, а также другие видосы. А если вы точно их не хотите пропустить, то можете подписаться на мою телегу, ссылка на которую есть в описании к этому и другим видео. А помимо самих видосов, там бонусом и другой прочий интересненький контент выходит. Жду вас там. Всем пока.